Всем привет, с вами Greenite, и мы продолжаем Spell for the Breath of Winter. Ну что же, вот моя армия, точнее часть ее, вот остальная. Здесь у нас защитники прокачанные, которые могут метать молот. Мы стоим, отбиваемся, ну сейчас в принципе можно будет продемонстрировать это дело. Они стоят, не двигаются, и... просто молотами своими сшибает все, что можно. Пойдемте в обход той большой армии. И попробуем зарубить там, кто у нас в лагере. Где они? Вот они. Так, здесь. Здесь никого. О, вот они. Метнули. Метнули, умер. Метнули, умер. Так, я пошел кого-то убью там. Лучника гребаного одного. Титана эльфов при... Ой, эльфов. Гномов, господи, прокачанного призвал. Поэтому сейчас идем в атаку. И атакуем. Так, все, мы справились. Здесь у нас война пошла. Давайте. Так, исцеляемся. Исцеляемся, я сказал. Ага, эти. У нас есть там, кто подлечивает. Так, все живы. Все живы, все это замечательно. Сюда пару старейшин. А, блин, ага, пару. У меня лунного серебра нету. Так, сколько там у меня целителей? 7. А почему 7? А, этих у меня 18 наблюдателей. Так, давайте-ка тогда 3 наблюдателя мы уберем. Ой, 4 взял. 3 их наблюдателей. И призовем вот этих вот 3, да? Да, чтобы 10 было. А, все, я иду за сундуком. А, давайте их все в одну кучку. Да, ой-ой-ой-ой, так, выделил. Ага. At your command. At your command. What does the rune desire? Сундук заперт, использовать ключ. Ключ подошел, ага, так, 54. Где еще воины есть? Бегут? Нет, нет? Разве? 10-15. А, ну, 120 лунного серебра подождем. Yes. Давайте вот сюда. Идем, отдадим лекарство. Пускай исцелит своих друзей или кого там. 13 уровень, неплохо. О, нормально, собачит. Ну да, если такой молоток в голову прилетит, будет нехило. Давай, мочите их. А мы пока пойдем дальше. Мы пока что пойдем дальше. Может, как раз перебьем всех по пути. Так, а можем еще воинов улучшить? 2000 еды надо. У нас почти 2000 еды. Ой, тихо. Блин, так ярко стало, когда солнце вышло. А, вот они, ага. А, это ты. У тебя есть лекарство? Вот оно. Благодарю, воин. Теперь я смогу. О, нет. Этого я и боялся. В бутылке осталось совсем немного. Этого не хватит на двоих пострадавших. Ниталь, будь милостив. Что же мне делать? Должен ли я нынче решить, кому жить, а кому умереть? Мой брат гном или эльф? Кто будет жить? Кто? Трудное решение. Что же мне делать? Если бы я только знал, чью жизнь сохранить. Блин, а это... Не, я не хочу выбирать. Вы чё, ребята? Так, чё у нас там? Воины наши. Ага, скелетаны. В атаку.
Так, ага, жив. Отлично. Красавчики. Все, всех перебили почти, да? Молодцы, заходим. Блин, а что, правда надо выбрать? Посоветуйте кого, а я не хочу советовать. Давай, исцеляй. Не успела. Ой, ужас. Так, ну парочка полегла, да? Ну, сдохни ты уже, господи, ты чё такой дерзкий-то? Ломайте. Так, парочку этих защитников. Ну тогда вот этих еще двоих, раз железа больше нету. Ой, это лунного серебра. Исцеляй. Поехали дальше. Ой, ёперный театр. Сколько вас здесь? Вы чё, шизанутые? А вы чё они ходили меня атаковать-то? Дурачки. Дурачки глупые. Ага, 55. Давайте, давайте, сюда, сюда, сюда. Сейчас будет махач. Ага, уже начинается. Ну давайте, деритесь. Блин, я не знаю, кого спасать. Ой-ой-ой-ой-ой, как вас тут много. Ну-ка, Данкан, работай. Красавчик. Так, ману. Воруй, воруй ману этих гребаных призраков. Постреляем. Но они продержатся. Они молодцы. Нифига, как опыт попёр. Может это отступить и опять пусть копится. Ой, кто-то умер. Кто-то умер. Защитника сюда тащим. Ну точно не защитник умер, они стреляют. Данкан, ману, давай быстрее. Исцеляем. Еще кто-то помер. Так. И целителей надо. Опять кто-то помер. Нормально так четверть уровня вкачали. Данкан, ману-то воруй. Че? Давайте, давайте, ребятки. Вот это махач. Бляха, ну я не знаю, кого исцелять, эльфа или гнома. Ладно, может дальше пройдем по карте. Может нам дадут подсказку. Так, еще один бежит. О, тут скелетон валяется. Ладно, потом заберем. Да, тихо, тихо, тихо. Назад, назад, назад все. Так, 55, да? Да, 55 должно быть. Ой, перебили-то тут сколько.
Так, тихо, не рыпаться. Теперь пошли. Тут у нас кто? Ага. Забираем. Давайте подходите ближе. Молодцом. Красавчики, ребята. Давайте, идите, забирайте там все. О, пол уровня вкачал, нифига себе. Надо было реально отступить и еще подкачаться. Ну да ладно. Тут эти лучники меня сейчас под это. Ага. Ну давайте сюда. Ну, я не думаю, что они прям меня так убьют. Ты куда, дурачок, пошел? Исцеляем. Давай, исцеляй, 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 Дэн. Справитесь? Да справитесь. Молодцы какие. Не успеет. Зараза. Ну ладно, один погибший. Да замочите вы его уже. Так, здесь у нас что? Так, ну-ка. Тихо. Это типа у них вечная битва. Забавно. А чую, когда я пойду к ним, они меня прям взгреют нехило так. А здесь что у нас? А почему закрыто? А, это я пошел. Куда стоять? Мы еще не решили, кого спасать. Так, ну давайте. Гарвин Рограсс. Ну давайте мочить их 18 уровней. А, и все так легко. Давайте Рограсса. Они стали еще медленнее. Вот и все. Ключ от Потаной долины. Руна бойца Регны. Ого-го-го! В атаку! Нифига вас там, блин, аж пролагало. Ай, тихо-тихо, так, не ты, я. Давай-давай, исцеляй. Один пока погиб только. Пока только один погиб. Ладно, давайте в Потаную долину смотаемся. Беги сюда. А вы тут ломайте скелетонов. А, не успею. Нет, успею. О, хорошо. Повелитель волков. Чего? Какой нафиг повелитель волков?
Так, дружище, ты в нашем отряде. Ты в нашем... О, Фаскольн. Ништяк. Добрались, как бы. Даже, я бы сказал, было очень легко. О, почти уровень. Так, здесь ничего нету. Идем сюда. Так, тут залутать. Все, больше ничего. У нас гномы вообще халтурщики. И не хотят работать. Ну и мне где строиться особо-то. А чё, даже связующего камня нету? Так неинтересно. Здесь всё, два связующих камня. Да как порталу нельзя было камень поставить? Это мне сейчас бежать вот туда опять. И решать, кто будет жить. С одной стороны, если гном, значит эльфы... Мозаика? Кусок мозаики? Ладно, окей. Кусок мозаики, так кусок мозаики. Так, сначала тогда за мной. Открываем ворота. Так, нет. Кира. Один я не пойду туда, ребят. Я не хочу. Боюсь. Так, а еще воинов наделаем. Да. Ну что же. Давайте стойкость и поехали. Сейчас усиление. Так, давай-ка я Киру. Киру. Не, я передумал. Я не хочу туда. Ух, нифига они напоризывали. Меня лечите, пожалуйста. Ой-ой-ой, тяжко. Пустите меня. Пустите меня, выпустите, дураки. Фу, хорошо. Вылезли. И всего парочка погибло. Данкан, ты бы меня лучше подлечил. Было бы неплохо. Ай-яй-яй, кусаются. Волки кусаются. Хо-хо-хо, 14 уровень. Все, идите туда. Чуть нас не прихлопнули. Ой. Дремлющий рунный камень Киры. Вау. Вау. Сколько мы тут всего набрали-то? Где-то еще арбалет был. Ага, вот он. 8. 8 уровень надо. Луки 8, блин. У арбалета дальность выше, что? Круто вообще. Сила, мудрость 5. Сила 2, стойкость разум. Туда-сюда. Тогда пока сюда. Так, идем к мозаике, значит. Будем мозаику собирать. Где-то мы уже это видели. Я вот только не знаю, насколько все печально будет в этот раз. В прошлый раз было очень печально. Но мы справились, правда, быстренько. Так, тяжелые клинки. Давайте стрельба. Так вот, чтобы было. И получается, что у нас идет? Стойкость. Давайте в стойкость. До полтинничка. А тут же как-то нас чуть не это, не прихлопнули немножечко. Лунного серебра нет, железа зато дофига. Ну, тогда целителей. Наделаем. Их и так, правда, многовато. Так, мы добежим сами быстрее. Стоять! Звездноголовый, блин. Прикольно сделали звезды над головой. Типа, насколько они... Как они дольше всех живут, блин. С
в скольких битвах они побывали. Ну, прикольно, да, придумано. Больше ни у какой расы, по-моему, такого нету. Ну, будем сейчас мозаичку собирать. Сейчас будет весело. Да, господи, подвинься-то. А, на полу когда-то была выложена красивейшая мозаика. Но сейчас большей части кусков нет. Ставить кусочек. Из-под земли слышится отдаленный гул. Ага, крутяк. Быстро прям сюда. Так, за мной. А я туда. Нет, не смет. Не смет ломать. Фу-фу-фу. Козлы, блин. Вперед отстраивать быстренько. Гец, ну-ка. Гец, живи. Гец, беги. Ой. Тихо, 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 успокойтесь. Ага, черт с два. Так, руны храм атакует. Ага, понял. Ты... Так, я где? А, я вот. За мной все. О, сейчас все поразломают, скотины, блин. Так, отступаем, 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 ребят. Гномы, строить штаб. Штаб строить. Так, сколько? 20 уровень, нифига себе. Вот этого мочи. Ой, хорошо пошло. В атаку, в атаку, в атаку все. Отлично. Так, а я тогда туда прям лечу. А чё, они всех этих гномов, работников перебили? Вы чё, ошалели, козлы? А чё, вы там ещё не убили его, что ли? Замочите вы его уже. Во, другое дело. Мозаика есть. Ага. Так, строят. Окей. Забираем. Так, больше вроде ничего не блестит, ничего не сверкает. Ну. Ой, какие гномы, ты о чем? Так, 64. Ага, 65. А, ну да, 60. Все, отлично. Так, вы пока топаете, а я телепортируюсь. Храм гномов. Идем за мозаичкой. Теперь мне интересно, где они будут. Давайте-ка вы за мной. Посмотрим, где они вылезут. Я думал, сейчас карту завершим, а тут мозаика у нас появилась. Ага. Далеко, да? Угу. Оу. Ну, недалеко, но, в принципе, середина каждая. Идем. Так, что-то мы там про этих... Про кого исцелить-то? Если гномы, значит, эльфы подумают, что гномы
такие козлы, только о себе и думают, помогать эльфам не хотят, и будет война. А если эльфов выселить, то значит гномы все же поняли свои ошибки и все прочее, и типа того. Ну, скажи, да, эльфичку исцелим. Я не знаю, правильно, неправильно будет. Там уже посмотрим. Ну, если мозаика здесь, значит, мы сможем всех поубивать. Ну, это бессмысленно возвращаться потом. А, в смысле, они прозрачные? Колонны? Да, они они прозрачные, серьезно? Офигеть. Ну, что, где вы там? Почему вы туда пошли? Да вы давайте за мной идите. Вы чё, глупенькие? Сюда, сюда топайте. Зачем-то туда пошли сразу. А хотя зачем я их туда тащу-то? Мне-то можно возле мозаики стоять. Чё к чему я-то бегаю? Встал возле мозаики и стой, сколько влезет. Еще эти козлы, блин, сломались, свинарню одну. Стройте. Ой-ой-ой, вот много, да? Так, ты у нас скорость атаки уменьшаешь. Иди-ка сюда. В первых рядах пойдешь. Давай. В атаку. Живи, дружище, живи только. О, выжил. Выцепил ему. Подлечил. Так, 65 должно быть. Давай, Данкан, исцеляй их. Ну, может, его как-то в одного. Ой, хорошо зарядили ему. Ликвидатора давайте замочим. Ой, хорошо ему прилетело. Так. Не пройдет? Ладно. В атаку. Мочи его. Данкин, ты что не работаешь? Ну, справляемся, ладно. Отлично. Так, сюда парочку воинов давайте. В атаку. Лучников вы победите, 100%. Да, давайте уже убейте их всех. Так. Так. 60. Пускай бегут, а мы активируем. А, я, тихо, собрать надо. Давайте быстрее. Так, осколок забрал. Давай сюда и сюда. Успел. Так, активируем. Стоять. Ага. Идем дальше. Ух, как мне
А, этот умер. Пускай тоже сюда бежит. И все вот эти тоже сюда бегут. А я подожду здесь. 64. The rune calls. At your command. Такс. Ай-яй-яй. Ready and able. At your service. Ой, я что-то близко к ним. Че, 22-й, 23-й. Ну, в принципе, справляются. Думаю, вытянем сейчас. Ну, пускай подбегают. В принципе, чё бы нет. Так, все, толпа собралась. Давайте мочить их. На, получай. А, у них еще и целители есть. Нифига себе. Давай, давай, мочите, мочите их. Так, что-то не то, что-то кто-то... Вы хоть его убили? Так, давайте-ка вы так рассредоточитесь у меня и будете атаковать всех, кого там можно. Так, Данка, ну-ка работать. Ох ты, козел. Работай, Данка, ты чё? Хорошо, молодец. О, отлично. Отряд стрелков. Ну-ка, давайте-ка вы вот этого вышибите. Да кто у них лечит-то, я не пойму. Молодцы, в одного стреляйте. Ага, хорошо. Все, а вон исцелитель. Мочите исцелителей. Точнее, целителей. Ой, хорошо. Так, много полегло в этот раз, очень много. Вот так вот. В смысле, нифига, не титана завалили? Вы чё, шалели? Вы чё, попутали? Блин, лунного серебра нет нового. Так, ну-ка, выбейте мне вот этого лучника. Не достанете, плохо. Давайте, давайте. Бьем одного, значит, справимся. Сколько полегло, да вы чё, блин? Давайте все в одного разом. Хобана. Следующий. Хорош. Вот этого давайте, давайте, давайте. Я вас верю, ребята. Давай, 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 ребятки. Ой, молодцы. Красавчик. Правда, все умерли. Давайте валить его, ребята. Так, призываем сюда целителей и всех, кого можем. Ой, блин, это вообще жесть. Так, это я вас понял. Так, ты уже бежишь. Ага, ты бежишь, ты бежишь. 42. Остальные бегут сюда. Так, ну, за мной, естественно же.
Ой, сколько тут лута-то. Ого. Так, ну-ка, тихо стоять, ты здесь останься. А, последняя, все, понял. Так, ну последнюю, наверное, надо, чтобы они со мной были, стояли рядышком. Мне кажется, последняя на нас вылезет прям. Все, топаем сюда, ребятки. Тихо. Бегите назад. А, допустим, допустим, допустим. Парочку призовем. Кого-то еще надо. В смысле железо кончилось? Вы че, шизанутые? Вы совсем шизики? Железо кончилось. Ничего себе вы придумали. Так, кстати, мы там что-то получили. Много всякой... И много всяких интересностей. Но это нам не надо. Это что у нас? Двойной удар. Офигенное название. Прикольная броня цвета крови. Неплохо. Тяжелый доспех 8. Это, кстати, не... Это нам пригодится. Защита 50, ловкость. Так, ага. Ага, ну это прям... Такой уровень надо прям хороший. Пускай будет, пригодится. Че вы там, все пришли? Практически. Ну, давайте. Ставить последний. В атаку. Усиливаем. А я отступаю, я отступаю, я отступаю. Угу. Спасибо. Они всех поубивали, вы что, стебетесь? Вы стебетесь надо мной сейчас? Блин, я опыта много потерял. Я очень много опыта потерял. Зашибись. Какой? Ага, я понял, не. Этих мы точно не осилим уже. Придется потом возвращаться на карту и мочить их. Ну, обидно. Ладно. Так уж и быть, живите, скелетоны. Они только воинов убили. Ой, а, нет, эти мочат. Ломают. Ну, парочку мы убили. Да, не стоило в центре стоять. Да, эльфу. Да, мой брат воин. Он знает цену своего призвания. Но это прелестное существо не должно умереть столь мерзкой смертью. Ага. Силы вновь возвращаются к коню. Благодарю вас за свое спасение. Возьми эту брошь. Это и не доспех, и не оружие, но она пригодится тебе в нужный момент. Если одна из моих сестер отнесется к тебе без должного уважения, покажи ей эту брошь, а она поймет. Я понял. Это глупенькая, которая с нами не хотела торговать. Ну все, я бегу тогда на следующую карту, на Фасхольм. Пока, правда, добежишь, блин, полгода пройдет. Ой, что он так прям быстро прибежал. Козлы, я вернусь за вами, ребят. Я за вами вернусь. Одни чуть не разрушили, а другие нас вынесли, как только... Ну, тут очень много было потерь и ресурсов нету. Если бы ресурсы были, было бы другое дело тогда. Другой разговор. Но надеюсь, в следующий раз, когда мы вернемся на карту, мы в одиночку сможем их зарубить нафиг просто. Стоп, 25... Так подожди, 25 уровень, это почти максимальный, нифига себе. Ну что же, пойдемте. Фасхольм. Ой, прям в городе, нифига себе.
Что, что у нас? Ой-ой-ой, ништяк. 10 уровень. А можно было... То есть я здесь должен был 16 уровнем уже быть? Зашибись. Забавненько. Угу. Так, а там? Там ничего нет. Ну, давайте идем сюда. Где мне найти Виндальфа, кузнеца? Виндальф? Ха, Виндальф исчез. И вскоре мы тоже последуем за ним. Землетрясение открыло во льду старые пещеры и могилы, враги которых мы считали давно погибшими, возвращаются. Горг, древний великан нежить, снова свободен и захватил Виндальфа. Он истязает его в своей пещере на востоке. Пока это происходит, его сподвижники штурмуют наши стены. Мой повелитель, начинается новая атака. Начинается новая атака. Не стой на месте, воин Руны. Призывай свое войско и защищай город. Используй наше здание, укрепи нашу оборону. Так, ну пойдемте. Использовать здание гномов, ладно. Ага, значит, средний штаб уже построен. Это хорошо. Так, здесь у нас что? Ага, 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 я понял. Связующий камень у нас здесь. Ой-ой-ой, ой, сколько у вас... Опа. Сюда идем сначала. Сначала за сундуками. Так, свинарник пошел. Сразу давайте еду быстренько. Каменоломня. Хижина каменотеса, плавильня. А, кончились. Работники кончились. Быстренько, быстренько, быстренько. Так. Пригодится. Тоже пригодится. Так, значит, здесь еще можно что-то строить. Ой, тут все в куче просто. Вообще ништяк. Это кто? Ага, идет. Идет. Я понял. Мы можем еще вот эти использовать, но... Но-но-но. Так, сейчас будем смотреть. Давайте пока пусть максимально призывается. Я все вижу. Здесь вот с краю идет. Козел. Эй, скелетон. Недоделанный, иди-ка сюда. Так, угу, там мы активировали. Давайте. Так, здесь все работает. Здесь плавильня. Рудник. Кузница пошел работать сразу. Свинарник тоже. Сюда быстренько. А чё ты такой сильный? Вы чё, справляетесь, ребятки? Молодцы. Я буду вам помогать, если чё. Ай-яй-яй, встрял. Ой, молодцы, справились сами. Они идут на стены! На стены! Кто идет-то? Где идет? Зачем идет? Не надо. Я еще не готов. У нас еще ничего не добыто толком-то. Так, большой штаб. Надо вот низинку разведать из-за... Так. Одного работника сюда, да? Средний штаб, свиноферма. Кстати, было бы неплохо тоже сюда, да. Свиноферма здесь. О, а это что у нас? Идем туда. Это ресурсы, да? Хорошо.
Так, там у нас что? Нам надо место под застройку. А, большой штаб есть? Неплохо. А, нет, нету. Ну вы козлы, блин, серьезно. Большого штаба мне не дали. Так, хижина каменотеса, я думаю. Я полагаю, сюда. И каменчик еще вот поставим сюда. Нет, вот сюда вот. Тут места меньше. А там нам может понадобиться место побольше. Так, что это? А, на телегу нагружены товары. Выгрузить товары из телеги. А что я получил? Не знаю. Так, идем туда. Ага, опять идет разведчик. Встаем туда-сюда. Сразимся с ним. Рабайтен, рабайтен, ребятки, давайте быстрей. Так, тут железо, камень, отлично. Тут свиноферма, тут рудник лунного серебра у нас далеко один. Здесь у нас что? Плавильня. Рудник. Потом. Потом туда отправим. Лунное серебро надо добывать. Да, вот я так и знал, сюда. Скелетончик прет. Тут вон тоже лунное серебро есть. Это обычный рудник, правда. Иди-ка сюда. Да чё они такие жесткие? Вы издеваетесь надо мной? Так, полностью. Давайте. Быстренько, ребятки. Каменотеса. Ой, каменоломню. Так, я надеюсь, вот эти продержатся. Было бы неплохо. Но зато развиваю, зато отстраиваться не надо. С самого нуля уже все есть. А, где вот эта вот прокачечка? Прокачечка, здание, здание, здание. Так. Не ты. Вот, да, ты. Хорошо. Идите помогать строиться. Кто-нибудь идет? Нет, никто не идет. Значит, мы еще пока живы. Так, на всякий случай я перейду сюда. Давайте, ребятки, чуть-чуть осталось. Большой штаб могу построить уже. Вот здесь мы его построим. Козлы, ну дали бы мне те здания тоже. Ну что за фигня-то? Быстренько, быстренько, быстренько. Рудник лунного серебра. Все работает, все хорошо. Эти, наверное... Рудник где у нас? А, хотя может сюда тянется, да, туда. Ага, скелетоны уже атакуют. А у меня воинов нету. Блин, наверное, я зря сюда пришел, да? Ну ладно, сейчас посмотрим. А, фу ты гнутый. Давайте, идите сюда. Вы слабые, но вас много. Я понял. Ништяк, справимся. Да вали ты их быстрее уже. А можно меня выпустить из клещей своих союзников, например? Блин, да они задолбают сейчас меня. Так, ну с лучниками вы сладите, а я пошел вот этих мочить. А то они сейчас нас достанут. Так, мне надо кузницу, срочно. Срочно несколько кузниц надо. А вы что стоите, блин, ничего не делаете, козлы? Боюсь. Чего? Блин, ты так вовремя сказал, козлина.
Десятеро на... Десятеро на каждого из нас? Серьезно? Нифига себе. Сражаемся все путем. Главное вот здесь помочь им, ребяткам. Штаб они долго будут строить. Но кузница быстро строится. Так, сюда. А, да уйдите вы. Ого. Ого. Офигеть. Так. Быстро, быстро, быстро. Я быстрее них. Сколько? Ага, отлично. Но это дальнего боя. Давайте мы их усилим. Красавчик. Самую гущу. Поехали. 12 уровень. Так, один жесткий только. Все за мной, ребятки. Там... В смысле, они их убили? Вы чё? Вы с ума сошли? Блин, минус 2 воина. Как жалко. Да, это было прям неожиданно. Ладно. Ну, мы держимся. Кто погиб? Сам здесь кто-то? А, нет, здесь другие стояли. А, ну, самый первый воин, да. Эх ты. Да, не надо было сюда вниз идти. Они, видимо, из-за этого не быстрее туда спустили. Быстрее пошли. Вот так вот. Ой-ой-ой, не тот, тот, не тот, тот. Луна-серебро есть, все нормально. Сейчас мы наделаем метателей и пофиг на все будет. Почти штаб, кстати, построили. Тут же вот внизу кузницу. Так каждый по кузнице, ребята, быстрее будет. Каждый построит по кузнице себе. Ага, идет. Идет, гаденыш. В атаку, ребятки, в атаку. Может, вы его прибьете уже? Молодцы. Так, 10 работников еще можем призвать. Так, ну давайте, наверное, серию закончим. В принципе, тут надо копить армию, я так понимаю, и потом идти уже в атаку. Так, ну вот наши воины. Ждем их. С вами был Гринайт, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем пока!